Ну что, собрали мы поршневую, короче, еще накинули. Хер там снимать, ё-мо. Поршневую все умеет одевать, обувать. Менять, как бы. Кому интересно, как это все происходит, можете загуглить. У меня посмотреть или в любом блогере, кто занимается китайцами. Снимать тут особо нечего. Все собрал, короче, все четко. Ну, только подозрение на клапана может немножко ляпать, подрегулировать. Как бы все. Вот такой мопедик у него, моего подписчика. Глушак уже пускай сам одевает, но я сам основную работу его собрал. Пластик уже сам. Ну, а теперь хочу вам показать, как не нужно делать на скутеры Horse 056. Парень катался зимой, когда было холодно и то подобное. Вот так все выглядит, все печально. Все, соли не помыл, ничего. На зиму так и оставил. Да, пластик оставляет лучшего, как бы. Вот. Но это не самое главное в этой жизни. Вот. Ну, вот так все выглядит. Все в песке. Вот так все. Вот этот весь китайский весь хром, он когда помоет, он весь лезет. Все. Ага. Вся краска полезет. Уже от рук влазит. Короче, вот такая вот аппаратик у него. Ну... Вот. И еще он сзади особенно. Смотрите, как по алюминию корзина пошла. Это вообще Алис Тузамы. Заднее колесо он. О. Да охренеть просто. Страшно брать и крутить. Вот. Не советую ездить зимой, особенно оставлять на зиму немытым скутер. Там что там не говорил. Но лучше как бы так делать, как я говорю. Желательно мыть и по соли не кататься зимой. Я понимаю, что кататься всем хочется и то подобное. Но последствия потом. Потом резьбы выкручиваются, не держит. То еще что. Короче, полная беда. Так что собрал. Сейчас пойду свой колыпать. Вот у меня, пожалуйста. Оставил на зиму в таком состоянии. Да, не в лучшем, но, по крайней мере, в хорошем состоянии. Вот. Надо поменять прокладки. Хочу голову поменять масло-съемные колпачки в моем моторе. Ну, как-то так. Фильтр надо будет поменять. Короче, ну, такой скутерок, мотор надо обслужить хорошенько. И много чего интересного хотелось бы подкрасить для начала. Видишь, не помыл тоже Г. И хочу снять вот эти вот, ну, снять, как говорится, удлинители. Он высокий, хороший, но мне это не устраивает. Вот китайский же хром полез. Полез, уже набивается. Хоть и маслом пролитый все равно. Такой брусовичок чётненький. Покрышечка еще сзади походит. Вот, хочу это снять и немножко пожестче сделать. Потому что слишком мягкий и, в принципе, высоковато. Чуть пониже. На большой скорости его начинают кидать туда-сюда. Это не есть хорошо. Ибо мотор новый, пошел жрать масло. Это первый признак. Посмотрите, колечки. С головой проблемы. Маслосъемные колпачки хочу поменять. Ну, как обычно, стандартный набор. Как-то так. Ну и будем поркаться дальше. Новые-новые мозг будет пудрить стопудово. О, воздушный фильтр надо менять, пизда ему. Короче, вот такие дела. Будем заниматься сейчас своим творчеством, конструктор Лего. Ну, а вы смотрите, наблюдайте. Это, наверное, его последний мотосезон у меня будет, скорее всего. Потому что запчастей и блесовки нету. Хочу собрать в идеал его и чисто следующей осенью начать его продавать. Чисто хочу продать. Со снятием учета хочу в идеал покататься сезончик и продать. Как-то так. А вы наблюдайте за моим творчеством, работой и тому подобное.